Друзья, добрый день либо недобрый день, с вами снова я, Рувет, новое видео по игре под названием Quick Draw. Заранее хочу кое-что разъяснить. Мой канал основан, так уж сложилось, на узконаправленных играх, таких как Battleground, Fortnite, и большая аудитория именно по этим игрушкам. Со временем я хочу это дело расширять, добавлять что-то новенькое, что-то интересное, что вам понравится, и надеюсь, что вы меня в этом, друзья, поддержите. С вас, Лукас. Реально надеюсь на поддержку лайками, потому что именно лайки помогают распространять видосы. Заранее за это большое-большое спасибо. Ну, основные игры, как Battleground, Fortnite, понятное дело, будут выходить на стабильной, на постоянной основе. Короче, игра Quick Draw — это игрушка, где нужно рисовать, а для меня это проблема. В этом, в общем-то, и весь прикол. Рисовать я вообще не умею. Пока я буду рисовать, сам Google будет пробовать отгадать, что я рисую. Ну и это нужно сделать за определенное время. Короче, погнали. Нарисуйте предмет ангел. Так, ангел. За 20 секунд. Боже, я его и за час не нарисую. Ладно. К примеру, это тело. Ну, у ангела должно быть тело. Нет, это не линия, это голова. Но пусть будет, не будет, или это свеча. Крылья, это же ангел, правильно? Это же ангел. О, ангел, неплохо. Нарисуйте предмет муравей за 20 секунд. Голова, это у нас тело, это круг, а это хвост. Или снеговик. А вот тут усики, усики. Может, это воздушный шар. Чувак, это не воздушный или шар. Торшер. Глаза. Или сковорода. Ну как может, его нарисовать? Это глаз. Вот, вот, муравей. Или наручные часы. Нарисуйте предмет флаг. За два... Не, флаг это изи, пацаны, чекайте. Это реально изи. Это у нас сам держатель флага, очень ровный. Или метла. И вот, короче... Это же флаг. Во. Так, я готов. Раз, два, три. Может, это нога. Или фонарик. Микрофон. Вот, это какой микрофон или ты? Или маяк. Нет, не маяк. Или пожарный гидрант. Это вот кнопка. Может, это фонарь. Да, это фонарь. Или пчела. В смысле? Или мельница. Или кисточка для рисования. Нет. Может, это торшер. Это не торшер. Увы, у меня нет никаких идей. Я понял, хорошо. Следующее, нарисуйте предмет снежинка. Вот. Это же снежинка. Это замок. Не замок, внимание. Здание. Так, 20 секунд, здание. Как будем рисовать? Ну, у меня есть определенная идея. Смотрите, пацаны. Оп, 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 может, оп. Может, это лестница. Оп, оп. Или дом. Это здание. Или церковь. О, нет, не церковь. Может, это фонарь. Это здание. Это здание. Тут, да, тут окна есть. Вот тут окно и вот я окно. Я в замешательстве. Нет, думай. Это здание, я тебе отвечаю. Увы, у меня нет никаких идей. Если честно, это похоже на ракету. Вот что у меня получилось в итоге. Скажу честно, для первого раза... Хреново. Все равно хреново. Короче, пока что у меня получилось 3 из 6. Давайте попробуем сделать 6 из 6. Нарисовать предмет телевизор. Окей, давайте прям реально красиво рисовать. Может, это линия. Тут у нас... Или квадрат. Держатель телевизора. Или скамья. Это телек-то охренело? Или компьютер. Нет, телевизор. Может, это карта. Как она может, не может определить, или что это телевизор? Или почтовая открытка. Это же телевизор. Фу, хорош. Я уж подумал, что не получится. Так, стоять. 8 углов, да? Хорошо. Может, это снежинка. Это восьмиугольник. Ну? Ну, ясно, ясно. Я понял. Увы, у меня нет никаких идей. Увы, ты тупой Google. Это был идеальный восьмиугольник. Чем он тебе не понравился? Да, ну, это типа просто горшок, просто цветок. Ну, погнали, короче, пацаны. Вот горшок, идеально может, ровный. Это квадрат. И тут, короче... Это же комнатное растение. О, красава. Пожарная машина. Так, пожарная машина, значит, да? Интернет, пацаны, сейчас будет просто какое-то корыто, проверяйте. Может, это трамплин для прыжков в воду. Так. Или автобус. Тут у нас лестница. Может, это фургон. Тут у нас лестница, вот тут это у нас... Это же пожарная вот. Машина. Красава. Просто, друзья, гений, а не Google. Нарисуйте предмет... Боже, я тупой. Нарисуйте предмет конверт. Вот так вот. Может, это локоть. Вот так вот. Или квадрат. Вот так вот. Или дом. И вот или так вот. Или амбар. Во. Может, это палатка. Какая палатка, ты охренела? Это, ну трындец. Как, это конверт. Конверт. Я не увы, успел. У меня нет никаких идей. Вилка, окей. Может, это линия. Это вилка. Это же вилка. Вот, я тебя люблю, Google, это было идеально. Как я
должен рисовать тигра. А, это хвост. Или вертолет. Это не вертолет. Может, это мышь. Пацаны, это мышь. Увы. Это все были просто игрушки. Вот теперь серьезная игра на 6 из 6. Да. Нарисовать предмет микроволновая печь. Хорошо. Квадрат три, друзья, рисовать я умею. Может, это локоть. Или квадрат. Это печка. Это же микроволновая печь. Вот, умница ты моя. Нарисовать предмет треуго... Это же треугольник. За 2 секунды, мой личный рекорд. Хоккейная клюшка. Может, это клюшка для гольфа. Это хоккейная клюшка. Это же хоккейная клюшка. Гора. Окей, треугольники рисовать могу, друзья. Может, это линия. Это гора. Или Эйфелева башня. Или зеленая фасоль. Может, это палатка. Мать твою, это гора. Или треугольник. Чем ей не нравится моя Может, гора? Это карандаш. Это же гора. На последних секундах просто нарисовал то же самое, она угадала, трындец. Нарисует предмет гитара. Надо представить, как она выглядит. Ладно, давайте вот что-то придумаем. Допустим, это вот идет... Это Может, вот хрень. Это линия. Или бассейн. Тут идут... Или сковорода. Эти вот хрени. Или рот. Может, это садовый шланг. Это гитара. Или скрипка. Это же гитара. Хорош, хорош. А пульт, друзья, 6 из 6, если я это сделаю, у меня получилось. Поддержите Лукасом, я должен нарисовать пульт. Это не сложно, это просто прямоугольник. Может, это клюшка у нас для гольфа. Вот эта вот хрень. Это же пульт. Ну шо, вроде бы все. Надеюсь, видео вам понравилось, мы смогли пройти эту, вроде бы несложную, для меня реально сложную игрушку. Ну вот, если каким-то образом видео вам понравилось, то прожимайте лайк, это реально очень важно, каждый лайк помогает распространить видео. Также не забудьте подписаться, было бы очень-очень приятно. И знаете, с вами был я, Руви. Всем удачи, всем пока-пока.